А не хочет покушать. Алиса, иди к дедушке. Там, остановитесь. Я зрителям покажу, как можно. Вот у тебя нож подтупился, блин. Ну? А сейчас как раз надо сделать распаковку посылки. Хотя бы вот кончик заточить. Давай, заточи. Вот, смотрите, уже видите? Сдирается, нет? Угу. Видно, нет? Да. Это сталь АУС-8. АУС-8, да? Да. М-м-м. Тут удобно, видишь, камень не мотыляется, он в этом, как его называется-то, в бетоне. Угу. Понятно. Вот покажи, тут блеск металлический, подойди. Вот металлический блеск появился. Ага. Теперь дальше, да, вот так. Давай. Угу. Нож входит в кадр? Да, все нормально заснимается. Вот таким образом можно подточить. Угу. Гуляя просто по поселку. О! Ну и как? Уже лучше. Отлично. Я только кончик заточу, а дома уже полностью тебе ножик подточу, а то уже давно я тебе его не точил. Да, да. Вот смотри, комарик меня хочет укусить. Но не успел. О, идем на распаковку. Видно, режет, да? Режет хорошо. Снимает на камеру. О, как хорошо. Вот ты моя маленькая. Алису одели, как на Северный полюс. Бабушка сказала 11 градусов, да, Алисенька? Так, уважаемые зрители, сейчас будет распаковка посылок. Ножик мы подточили. Ну, отдельно я буду показывать. Сначала вот покажу эту посылку. Ну, она что-то очень быстро дошла. Это по моим предположениям. Это, забыл, как называется. Талка, чтобы удерживать видеокамеру. А, да как же называется? Ой. Типа как тренога. Не тренога, она на руке. Рукой держишь? Стремянка? Нет. И посылка еще с Украины пришла. Вот она тут в пакете, но это будет отдельное видео. Грибобас, Пикачу и Каляйка устроили перекус прямо, как сказать, на прогулке, да? Да, машина едет, надо велосипед убрать. Машина, думаешь, сюда? Они, мне кажется, сюда за водой постоянно ездят, там же скважина. Ну, пыль после них какая. Я Камила на траву брошу. Он мягко приземлился на траву. Твой любимый велосипед. Мы его тебе в Удмуртии покупали же, да? Здесь. Здесь? Что-то я забыл. Здесь разве? Да. А, здесь в этом. В галантерее. В галантерее, точно, точно. Ну как, съедобные олени эти, как их? Вкусно. Сосиски, очень. Да? Спасибо, очень вкусненько. Цена у них что-то, подожди-ка. Не такие они дорогие. 199 рублей или 198. На, Алиса, на. Еще их поджарить, и вообще будет классно. Только ты держи сама, а то уронит еще. Да, она наелась уже банана. Она свою технику проверяет там, все, чтобы нормально было. Колеса, все, чтобы... Да, Пикачу? Все, чтобы было смазано, да? Чтобы здесь бензин полный бак был. Пикачу, а вот твои моторчики. Одна Каляйка, а другой Грибобас. А третий оператор Джон Клюкер. Упала.
Ой, опять падает, вы чего? Ребенок, ты чего? Итак, распаковка посылки с Китая. Точно. А, монопод называется. Селфи монопод. Быстро он дошел вообще. Наверное, около недели всего лишь прошло. Я посмотрел там на каком-то канале, уже не помню. И его рекомендуют, хороший монопод и недорогой. В рублях 600 рублей. Примерная цена. Что-то я сегодня посмотрел. Сегодня у нас получается 6 июня 2015 года. И доллар повысился. Сейчас он стал что-то 56-57 рублей за доллар. А он же был вообще недавно. Да. 50 рублей. Да. А сейчас уже на 7 рублей больше стал. Ох ты, какая штука интересная. Так оно еще и для этих, как его, для телефонов, можно телефон. У тебя телефон свой с тобой? Да. Дай Коляйка, пожалуйста, свой телефон. Вот тут вот зажимчик, это вот так вот. А-а-а. Ой, ну-ка тихо. Только не уронить. Камера вот эта, с этой стороны у тебя, да? Получается, это надо вот так зажимать. Подожди-ка. Вот тут вот оттягивается специально. Такая штука у меня вообще первый раз. О, и допустим, вот телефон я уже установил. Тут резиночка с этой стороны. Пластмасса, ну такая пластмасса, она такая мягенькая. То есть телефон нормально удерживается. Так. Ну вот здесь я ослабил, это получается регулировка вот в эту сторону. И как бы оно с щелчками, вот слушайте. Потом, допустим, зажал. Здесь вот тоже ослабляется. И можно крутить так получается, вот вокруг своей оси. Плюс, вот тут типа как такое, как маленькое такое зеркальце. И можно по нему ориентироваться, ну, то есть, если у вас нет возможности себя видеть в экранчик, по этому зеркальцу уже можно сориентироваться, как надо направлять себя камеру. Ну, телефон, камеру. Так, сейчас я тут зажму. А, не, я тут сейчас наоборот ослабил. И вот три зажимчика, это получается три колена. Комарики кусаются, впиваются. Грибобас, отойди подальше. Ага. О, вот так, да-да-да. А, я тут зажал сильно. Сейчас посмотрим. Тут вот подпальцевые выемки, то есть вот так в принципе. И тут еще такая ребристая резина. Ну, классно вообще. Отлично. И такой легенький этот, сама вот эта. Легкий, да? Как он, монопод или как он называется? Ага. Прикольно вообще. Как удочка. Как удочка, как удочка, да? Все, спасибо за внимание. Всем всего доброго. Кто снимает видео на YouTube, я ссылочку дам на этот товар. Покупайте. Там тот вот человек говорил, который вот рекламировал вот эту штуку, да?
что такие, ну то есть не китайские, они что-то там дороже, там около 2000, ну и 2 и больше. А это 600 рублей. Удачная покупка. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо большое. Ух ты. Скажи, я буду блогером. Тебе только камеру надо. Ну? Свою личную. Отлично смотрите, между прочим. Красиво. Грибобас, расскажи, как ты потерял кепки. Да я шучу. Дома у него где-то кепки есть, а то некоторым зрителям не нравится вот эта твоя блатная кепка. Она, видишь, белая, морается. Не нравится, да? Но понятно. Надо найти твои кипари. Ага. Ну все, надо отдавать Коляйке телефон. Ага. Опа. Скажи, все, пока. Пока. Пикачу там травку собирает, да? Дорогие зрители, подписчики, я вам хочу также передать всем привет и поблагодарить вас за то, что вы присылаете деньги для развития нашего канала. И вот на эти деньги вот я вам показываю. Я специально купил вот такой монопод. Большое вам спасибо. Благодаря вам он куплен. Грибобас, накопим денег, может, тебе этот велосипед купим? Да, пойдет. И этот, как его, видеокамеру. А, пойдет, можно будет накопить денег. Тоже буду снимать, и будет все хорошо. Будешь ходить постоянно онлайн снимать, короче. Буду. Тебе видеокамеру на каску, типа такую, на шапку сделать, да? Ага. Сейчас же, я не знаю, надо просто определить это. Есть же как-то видео онлайн. Да. И пошел гулять, и, короче, постоянно все снимаешь и комментируешь. Можно кусок. Кстати, пользуется тоже популярностью. Вот да. Эти Криосан, они как-то показывали видео онлайн. Потом кто там еще? Ну, блогеры еще некоторые. Ага. Вот. Да, вот я хочу вот этот еще моментик показать. Это вот, смотрите, откручивается. Это крепление, которое ой, упало. Ничего страшного. И сюда уже я смогу видеокамеру прикрутить. Короче, я доволен. Я тоже доволен. Отличная штука, между прочим. Пока-пока. Пока-пока. Пикачу наблюдает за нами. Пикачу, скажи пока-пока. Скажи до свидания. А, падает. Помахай ручкой. Пока-пока. Зрителям. Не, она сама умеет махать. Сейчас грязное колесо будет трогать. Помахай ручкой. Пока, до свидания, пока. Скажи, надоели вы мне, да? Видео никак все не может закончиться. Теперь Пикачу. Что-то у тебя какой-то мусор тут. Я не Пикачу. Я уже запутался. Теперь Коляйка смотрит этот монопод. И я вспомнил, о чем я забыл еще вам сказать. Его можно вот еще прикручивать. То есть, если есть тренога, на треногу прикручиваешь, и можно высоту, ну, уже снимать. Ты что думала? Я буду бить тебя этой селфи-палкой, да? Скажи, все, пока, теперь все уже настоящее, пока. Всем пока. Спасибо.